Тверской области на участке дороги Красномайский-Фирова проверили качество асфальтового покрытия. Ремонт осуществлялся по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». Специалисты взяли пробу уложенного покрытия для проверки на соответствие требованиям ГОСТа. Вырубку образцов осуществляют представители Федерального казенного учреждения «УПРДОР Россия», Дорожного фонда Тверской области и подрядных организаций. На месте проведения работ побывала наш корреспондент Наталья Чекет. Контроль качества осуществляет комиссия, которая выезжает на отремонтированный участок дороги через несколько дней после начала движения транспорта по данному участку дороги. Специалисты отбирают пробы, так называемые керны, для исследования основных свойств нового покрытия. О его качестве судят по трем показателям. Проверим их на физико-механические свойства и толщину устраиваемого покрытия. Требования к асфальтобетонной смеси и к покрытию – это толщина у нас по государственному контракту 5 см верхнего слоя. Ну а все остальные физико-механические свойства – это водонасыщение и уплотнение. Отобранные образцы пройдут исследования в лаборатории, и по итогам экспертизы будет выдан протокол испытания. Помимо этого, качество дороги оценивается и по геометрическим параметрам – уклоны, ширина и протяженность. Ширина основной дороги где-то примерно 6,2-6,3 метра. Где мы сейчас стоим на участке дороги от Великооктябрьского поселка до поселка Фирова, она выполнена 7-метровой ширины. На объекте выполнено фрезерование и устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Одновременно ведется вырубка кустарника по обочинам. После завершения данных работ будет уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины, нанесена дорожная разметка термопластиком. Все работы по условиям контракта должны завершиться к началу октября текущего года. Стоит отметить, что по целому ряду выполняемых работ дорожники идут с опережением установленного графика. Планируем к концу месяца, к концу июля закончить все асфальтные работы на данном объекте и приступить к обустройству дороги. Установка барьерного ограждения, установка дорожных знаков новых. Планируем к середине августа ввести объект в эксплуатацию. Как подчеркнула глава Фировского района Елена Самодурова, автодорога является важной транспортной артерией для связи двух районных центров, а также перевозки больших грузов, в частности, обработанной древесины. В связи с тем, что у нас район занимается деревопереработкой, у нас на территории района 4 лесоарендатора, конечно, дороги были не предусмотрены для грузопотоков, и благодаря тому, что сейчас мы отремонтируем, они спокойно могут сократить свой путь движения до потребителей. Включение участка в перечень работ по национальному проекту позволило привести в нормативное состояние асфальтовое покрытие на всем протяжении трассы. Всего по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» в 2020 году в Тверской области отремонтируют более 153 километров автодорог регионального значения. Ремонт дороги велся поэтапно. В прошлом году в эксплуатацию ввели 34 километра дорог. В этом еще 22. Автодорога Красномайский-Фирова связывает поселок и другие населенные пункты муниципалитета, а также поселок Фирова с федеральными трассами М-10 и М-11. Главное на сегодняшний день, по словам губернатора региона, соблюдение графика проводимых работ на участках дорог и контроль качества. Игорь Руденя также подчеркнул, что при ремонте должны использоваться современные технологии и материалы, которые обеспечат нормативное состояние дорог в течение гарантийного срока эксплуатации от 5 до 8 лет. И благодаря национальному проекту в регионе приводятся в порядок приоритетные объекты. Дороги, которые обеспечивают доступность социальной инфраструктуры, ведут к инвестиционным и промышленным площадкам и туристическим направлениям.